Всех приветствую на канале Домашний аквариум. Сегодня я хочу показать, что же случилось с рыбками спустя около месяца. Как вы помните, это аквариум на 70 литров, температура воды 22 градуса. Здесь стоит фильтр, компрессор, обогреватель, градусник. И кто смотрел предыдущий ролик об этом аквариуме, я сюда запустил пицилии, но насколько я вижу, это все-таки меченосцы. Их было 9 штук, уже 10. Одного я присадил с другого аквариума. Также два выводка гуппи. Один выводок чисто самцы. И один выводок полностью всех. Также за это время добавились 2 коридоруса и 6 неонов. Так, как вы видите, меченосцы очень сильно выросли. Не знаю, почему так быстро. Но очень сильно. Некоторые из них полностью красные, есть потемнее, есть красно-черные. Также, как вы видите, самцы гуппи окрасились, хвостики черные, точнее тело хвоста черные, а сами хвостики оранжевые, хотя до этого они были желтые. Также некоторые гуппи еще не окрасились. Это самочка второго выводка. Самцы первого выводка очень красивые. Все. Это один из них. Брюшко у них тоже разноцветные. Ну, здесь крупным планом меченосцы. Также неоны. Сразу скажу, что съемка в аквариуме только с аквариумным светом. Дополнительного света я не ставил. Также слева вы видели только что самца гуппи, который отличается по цвету от остальных. Ну, из того же выводка. Также в аквариуме куча улиток-катушек. Я даже не знаю, как их выловить. Я их постоянно вылавливаю. Штук по 20-30 в день. Также вот коридорус. Они обычно прячутся. Но иногда выплывают. И их можно заснять. Коридорус, естественно, маленький. Ну вот. Снова меченосцы крупным планом. Это я решил их покормить и собрать, так сказать, большинство в одном месте. Как вы видите, разнообразие гупиков большое. Хотя здесь только 2 вида. Точнее, 2 помета гупи. Сразу скажу, что среди самочек, конечно, на камере это видно не будет, я уже пробовал это снять, но у самочки гуппи, которая здесь нет, она сидит в маленьком аквариуме, у нее хвостик зеленоватый. Хотя настолько зеленоватых хвостиков у самцов я не наблюдал. Есть оранжевые, есть желтые. Но вот почему-то зеленого цвета нет, только у самочек. Размер меченосцев, конечно, на видео не особо понятен, но все же по сравнению с гупиками, я думаю, разницу видно. Также хочу сказать, что вот эти все яркоцветные гупи с черными хвостами, самцы, и все пицелии, ну точнее меченосцы в этом аквариуме родились в один день. Это чтобы вы представляли разницу, насколько растут быстро меченосцы в сравнении с гуппи.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Жду вашего мнения об аквариуме. И спасибо, что делитесь моими видео с друзьями.